Всем привет! Вы на канале Надя Стар, и сегодня мы будем рисовать какую-то странную девочку, которую я сама решила нарисовать за кадром, а потом ее разукрасить и немного еще дорисовать. Какая-то я странная. Да, серьезно. А почему на прическах многие рисуют, ну так же, как я, вот такие вот штуки? Не понимаю, зачем я это сделала. Так, ща. Хопа. Я вообще хочу ей шапку сделать, только осенила. Шапку, которая была у меня в видео. Посмотрите его, пожалуйста. Так. Так. Это шапка Пикачу. У нее такие штуки, она поднимает ушки, типа. Шапка поднимает себе ушки. Интересно. Так. Ой, что-то я не то нарисовала. Чувствую, что не то что-то нарисовала. Что-то не так. Так. Не. Эта шапка не подходит. Окей, сделаем другую ей шапку, короче. Так. Хочу сказать, что я, я совсем не помню, как я пробовала жареные пельмени. Решила их попробовать. Ой, боже, я даже не помню. Я не знала, как они, как они едятся, как сказать. Короче, это было что-то с чем-то. Боже, это было так вкусно, я не могу. Так. Так, вот так вот там. Ой, что я не так сделала? Я что-то явно не так сделала. Нет. Короче, я только что это заметила. Лох по жизни. Так. А, еще я это рисовать. Это будет котик, обычная шапка котик. Как ей подходит, кстати. Наш типа котик. Так. Что-то я явно не так делаю, короче. Сейчас берем линейку. Хоп. Хоп. Я ее уже ставила, когда делала. Так, нет. Придется так сделать сейчас. Ой. Как повернуть? Так, сейчас подожди. Ладно. Это твое, наверное, солнышко. Подожди, сейчас. Извините за звук, на заднем плане. Короче, я просто убираю. Так. И теперь хопом. Ну, пожалуйста. Эх, окей, буду просто так делать. Типа, окончание глаз такое небольшое. Вот такая вот девочка, и сейчас будем ее разукрашивать. Так. Так, вот так. Применяем размытие. Выделяем фон. Стираем часть фона. Еще одно размытие. Добавляем тень. Закрашиваем.
еще кое-что. Выбираем слой. Добавляем темноты. А точнее, вот такой темноты. Добавляем тени. Размытие. Закрашиваем. Выделяем. Это все темное, потому что цвет сам темный. Осветляем. Так. Делаем вот так вот там. Добавляем тень. Размытие. Закрашиваем. Выделяем. Добавляем тени. И тут, короче, я случайно забыла нажать на я случайно нажала, чтобы видео включилось, и это все делала на видео, и поэтому вы видите тут результат, и еще почему-то от звука, ну как бы видео просто, ну звук идет, идет звук, и то, что должно быть под этим звуком видео, оно идет позже, короче, это выходит, что звук сильно спешит из-за этого. Очень плохо было. Очень плохо, очень-очень плохо. Закрашиваем. Выделяем. Добавляем тени. Закрашиваем. Рисуем. А вот почему-то тут он не опаздывает. Добавляем немного желтенького. Он серьезно тут не опаздывает. Так, ну что, хотите результат? И хотите узнать результат? А результат он вот. Вот эта девочка, боже, мне она очень нравится. Ну, я думаю, на сегодня все. Всех люблю. Всем пока-пока. Я вас всегда люблю. Всем пока-пока.